Доброе утро. Вот, ему похеру соседу, хули. Вот они, кошки все, вон там. Нет, чтобы выкинуть их на улицу, своих кошек, он в комнате закрыл две кошки, эти здесь собираются. Сейчас еще, вот они разбежались, Сейчас буду снимать, показывать. Ему похеру. Гремели всю здесь ночь, орали. Вон они, во, собираются, гляньте, вон они. Вон собираются, видите, сейчас придут сюда. Видно, нет? Оня, кошки его, собираются. Собираются они. Дома вонь такая, и все похеру. Сейчас я сестру его вижу. А там сестра такая же. Там сестра такая же, вонючая. Ну это что такое? Тут что, только за мной следят. Только за мной следят. Интеллигентные. О, видите, сидят. Сказал же, выкини их на улицу, своих кошек. Выкини. Он взял, запер. Дома вонь такая. Он же не один здесь живет, блядь. Я сегодня обратно ночью. Он придет, он ночью приходит. Я скандал. Я сегодня утром ругалась с ним. А вчера, потому что я заснула. Ребят, я не высыпаюсь. Я тоже, я не молодая, я не высыпаюсь. Он ночью приходит. Я уже спала. Вот собираются один. Вон он еще сидит, вон он. И вон. Сейчас еще придут. 6 штук здесь их. А ему похеру. Нет, чтобы своих выкинуть на улицу и все. Зачем? Пускай соседи страдают. Гандон, блядь. Ротан, блядь. Похеру.